Всем привет! У нас на сайте появился раздел с фурнитурой для нижнего белья. И в этом видео мы расскажем и покажем, из чего вы сможете шить потрясающие комплекты белья. У нас давно уже в наличии и очень пользуется популярностью эластичная сетка производства Италия. Сетка упругая и быстро приходит в форму. Также в нашем интернет-магазине вы найдете эластичное кружево для пошива трусиков и бралетов. Кружево очень хорошей ширины, 18 или 18,5 см, и отлично тянется. Есть бежевые, красные, белые, черные оттенки, а также очень яркие неоновые. Смотрите до конца. Каждому кружеву подберем идеальную фурнитуру – колечки, регуляторы и кольца. Какое же нижнее белье без косточек, застежек и тончайших высокопрочных ниток? Это у нас тоже есть в наличии. Ткани и фурнитуры докопаем. Этими кружевами также можно декорировать платья и халаты. Для обработки срезов у нас есть различные резинки и беечки. Резинки эластичные и качественные, прослужат вам очень долго. Наше кружево очень нежное и мягкое. Ваша кожа будет приятно удивлена. В наличии появилась еще серебристая и красная фурнитура, так что можете поэкспериментировать. Пишите под видео, какое кружево вы еще хотели бы видеть в нашем магазине, а также какой фурнитуры вам не хватает. А это широкая эластичная кружево-сетка. Отлично будет для пошива шорт, а также для топа. К нему можем предложить белую фурнитуру или в золотом цвете, а также ниточки Мадейра. Кстати, в наличии также есть выбор резинок для бретелей разных цветов. И эластичные бейки бывают как 20 мм, так и 15. А также блестящие или матовые. Резиночки есть и латвийского производства Laumma, и китайские. Китайские, кстати, ничем не уступают им. Неоновое кружево – хит этого лета. В общем, приходите к нам и выбирайте свой идеальный комплект белья.